Что, ребят, сейчас я буду проезжать классический норвежский тоннель. Не знаю, по правилам, можно ли, нельзя на велосипеде тут проезжать, так как дорожек-то нет. Но я вижу там место, по-моему, даже больше, чем вот на этой дороге. Поехали! Ох, как чувствуется сразу здесь прохлада такая, вообще кайфово. Все, и педали можно не крутить. Посмотрите, это все ведь ручная работа, вырублена. И я, короче, еду тут один, никого. Движение не перекрыто, потому что по всей Норвегии не так много жителей. Вы посмотрите, вот на протяжении всего вот этого, да, тоннеля почти все лампочки горят. Освещения более чем достаточно. Просто супер. Ну, повезло мне в этот раз, что на такую линию попал. Работаем в основном в Норвегии. Иногда в Данию судно заходит, куда я и приехал, в принципе. Вот. Также в Калининград пару раз она бегала за углем. Вот. Так в основном здесь камни возим из одного порта в другой. И вот, да, дело случая, посмотреть Норвегию. Такие участки городов, на которых, в принципе, ты, если приедешь туристом, ты не доберешься так просто. Вот. Что в основном вот эти причалы, мини-завод, которые там долбят эти камни, они находятся далеко от города. Вот. Ну, нам повезло. У вас есть место для отдыха? Все, тоннель почти проехали. Долго же я ехал. Сколько он по длине? Километр точно. Ну все. Заценивайте норвежский тоннель. Я думаю, кому-то было интересно посмотреть. А мы поехали дальше. Нам еще до моста добраться надо.